Хали Монсон Толимон. А, нет, подождите. О, Хали Монсон Толимон. Сегодня необычный формат ролика, потому что я иду на сейчас с почты, забрал посылку. Это очень крутая посылка. Я нажал, ее уже открыл и проверил, что там, потому что это была OLX заставка. И то, что я, за сколько я взял эту посылку, это стоит этих денег. Привет, еще раз. Вот такой небольшой, необычный формат, то, что я перед вами вот так подсыл. Вот, может кто-то меня впервые видит. Вот. Даже вот так вот сделаем. То, что, ну что. Вот. Я предложил этот кулек. Потому что так надо было. Этот ролик очень необычный, говорю тебе. Вот. Что же в этой коробке было? Сейчас все это вы увидите. Ну, что самое первое бросается, это арена. Арена от Такаратома. Да. Давайте откроем то, что в нем все лежит. Смотрите, кстати, как оно все запаковано. Что за... У меня есть уже две арены, которые там это синие. Такая же, только черная. Но я всегда почему-то мечтал именно белую. Во. Ну, видно, да, она игранная. Ну, логично, что она игранная. И давайте покидаем этот весь мусор. Ну, короче, давайте я сейчас соберу это все и посмотрим, что. Я тут, кстати, нашел стукс вообще от Лего. Офигеть. Лего Шагоход. ATST, вроде бы. Вау. То, что я сейчас вижу, это вау. Так, давайте-ка я поменяю камеру. Немножко поменял формат. Ну, то есть чуть ближе поставлю себе. Так, вы не видите, что там, потому что я специально это, я уже видел, потому что я это все уже, как бы, всех распределил. Тут все, кстати, в хорошем состоянии, ну, мне кажется. Вот, давайте начнем с первого, самого большого пакета, и фигни, может так начнем. Это пускатели, поделочные, но... Ой, он даже не хочет... сниматься. Нет, ну ладно, потом поломанный пускатель немножко, видите, ну ручка закрывать. Еще один пускатель, непонятно, ну ладно, разберусь. Две палочки и пускалочка. Пускалочка от Такаратоми. Вы не видите, короче, ну вот. Она от Такаратоми, я вам говорю. Ладно. Так, начнем с первого. Что я вижу, это Бэй. Тут есть... Эта посылка, кстати, не обошлась когда я первый раз увидел, она стоила 750. На следующий день 650, 600, а через день 550 вообще. То есть я вам говорю, 550 гривен, то, что вы сейчас увидите за 550, это просто. Если бы у меня не было, я был бы рад, ну а так, короче, Анубис. Фейковый, семерочка легкая и драйвер от Вайрона, но он очень красивый, хочу вам так сказать. Крышка Свайн Логинуса, походу флеймского, по качеству я вижу. Да, вроде бы флейм. Вот. Зато у меня Свайн, если это получилось. У меня Свайн сломан, кто знает. Вот дисково и спирал дэш. Соберем его. 550. Ну, вот такой Свайн Логинус. Следующее, это верхушка.
остальные детали к нему я уже нашел. Ну, они тут есть в этом наборе. Xeno Excalibur от Takaratomi. Takaratomi Xeno Excalibur. Это очень классно. Сейчас. Я возьму вулканик. Не зря. Сейчас увидите. Дальше. Если мы начали по Excalibur, давайте продолжим. Нажали фейковый бастер Excalibur. Но диск и драйвер оригинальные. А, кстати, вот, скорее всего, от кого пускал. Теперь у меня есть оригинального цвета Xeno Excalibur. Вот. Пошли дальше. Я сказал, я не зря взял. Фейковый аксель. Синенькая, вот такая 12. И Бининг Валькири. Вот такая ротами. Вот такая прозрачная. И у меня, кстати, есть от него вот такой вулканик. Вулканика, кстати, тут нету. Ну, не знаю, потерь, жалко. Но у меня, слава богу, есть. И у меня теперь есть такой Бининг Валькири. Это не все, ребят. Мы только, получается, 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Следующий бой. Z-Achilles. Или Z-Achilles. Оригинальные детали. Кстати, немножко стертый, но, в принципе, красный один. Extend и сам Z-Achilles. Кстати, у меня такой есть. Кстати, такой же цвет, получается, прозрачный. Вот. Ну и началось самое удивительное. Например, посылка стоит 500 гривен, а уже тут 3 Takaratomi. И арена при этом. Вы знаете, кто не знает, кто знает, мой любимый, какой мой любимый Takaratomi вообще. Nightmare Alongins от Takaratomi. Взрыв башки. Драйвер, наконец-то. Оригинальный оригинальный я нашел, наконец. Это очень классно. Такой Nightmare Logins. Ну и то, что самое то, что меня поразило. Первое. То, что меня поразило. Что-то хорошее. Это Волборг от Takaratomi. С Бирингом. Ребята. Посмотрите. Походу это самый лучший Биринг у меня будет. Вау. Это очень круто. Но то, что вы сейчас увидите. Вот этот бэй, который у меня в руках. Это просто. Это стоило. Вы не поверите. Дайте я его. Ой, какой классный. А, у него он еще так двигает. Короче. Takaratomi. Уникальный. А, напоминаю, это все стоит 550 гривен. Ну, еще пересылка получилась, так что немножко переплатил. И получилось на 650. Вот, это пересылка. Что-то пошло не по плану, там еще, короче. Это еще вот заставка. Я говорю, вы сейчас офигеете. Да-да! Shadow Materials. Вот Takaratomi! Ребят, Shining Amaterials. Вот Takaratomi. Я не шучу. Настоящий Extreme Dash, во-первых. Нолик фиолетовый. И Amaterials. Вот Takaratomi. Вот это! Мне кажется, это лучше. Это крутой улов. И, короче, вот она. Беленькая арена. Кстати, вот я вижу такую мятинку. Ну, ничего страшного. Она очень красиво выглядит. Белая арена. Я просто мечтал. Вот, я сейчас покажу. Опа. Вот она. Ну, вот. Белая арена. Она такая классная. Просто. Короче. Я не знаю, как это.
так получилось, то, что я такой ухватил за 500 гривен, за 550 гривен еще до меня. Во-первых, самое удивительное, что никто не купил до меня эту посылку, ребят. Это пушка. Ну что, давайте посражаем эти все бэи. Потом я, кстати, сделал отдельные обзоры на Лонгинуса. Хочу еще сделать отдельный обзор. На Материус отдельно будет обзорчик. И, возможно, не знаю, если вам будет интересно вот этих Валкирий из этих лет. Хотя, не буду делать, скорее всего. Вот. Вот так вот. Ну что, давайте пошли сражать. Я очень рад. Вот как выглядит еще моя комната сейчас. Бардак, короче, вот. Ну что, пора потестировать их. Я немножко переехал в другое место. На пол. Просто сейчас просто запустим, а потом потестируем. Посмотрим, как они все крутятся. Ну, ребят. Нормально. Бастер Сёрч Экскалис купил на его родном пускателе. Двигается очень слабо. Попробую спускатель своего. О, более-менее. Материус. Окей. Пора потестировать их.
у нас получился набор. Короче, напишите свое мнение в комментариях. Мне кажется, это достойный набор за те деньги, которые я дал. Ну а с вами был Антон Лимон. Подпишись на мой канал, ставь лайк. Всем удачи и всем пока!